Если вдруг у вас есть деньги стартануть вот с этих машинок, то это неплохо, но это не значит, что вы начнете делать хорошие процедуры. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня мы обсуждаем вопрос, стоит ли покупать новичку дорогой аппарат. Дорогой — это в районе 200 тысяч. Я считаю, что не стоит. Мое искреннее мнение, что сделать качественную процедуру перманентного макияжа можно вот самой недорогой машинкой китайской. Если вы купите аппарат, допустим, вот NPM 200 и выше тысяч, ломается он с такой же примерно скоростью в течение месяца ближайшего. Вы можете ждать поломки, вот, допустим, вот в этом месте. Очень плохое соединение, шнур перестает работать очень быстро. Есть у меня аппарат Biotech. У него перестал где-то на 55-ю процедуру работать блок питания и педаль. Хотя сам аппарат, вот сама ручка, мне у Biotech нравится очень, у нее хорошее здесь соединение, и поэтому она все еще держится. Вот эти ручки китайские, они стоят копейки, вы можете их купить несколько, и во время процедуры, даже если она поломается, вы можете ее тут же заменить другой. Делать можно абсолютно любую зону, любую процедуру, они работают пучками. Главное соблюдать асептику, антисептику с ними, не работать в вертикальном положении, чтобы пигмент не попадал внутрь. Ну и работать очень аккуратно. Очень часто мастера роняют машинки, то есть она упала, у нее там что-то внутри отошло, все, она не работает. Чем заканчивать процедуру? Должна быть всегда обязательно запасная. Запасных несколько машинок за 200 тысяч я подозреваю, что позволить себе может, ну, не каждый мастер. Если вдруг у вас есть деньги стартануть вот с этих машинок, то это неплохо, но это не значит, что вы начнете делать хорошие процедуры, потому что все дело все-таки в руках и в образовании, которое вы получили. А еще есть большое такое очень веское «но» для многих начинающих мастеров. Это то, что аппараты, которые стоят там от 150 до 600 тысяч рублей, к ним еще идут очень дорогие расходники. Дорогие расходники – это не значит качественные. У них такие же не очень хорошо настроенные иглы. У многих у них бывает неверная заточка, они бывают брызгаются, ломаются, бракованные такие же. А стоят они дорого, и мастер не может себе позволить за одну процедуру сменить несколько игл, носиков, чтобы сделать там какие-то цветные растушевки или сложные переходы цвета. Деньги, которые вы можете переплатить за дорогой аппарат, причем вы не почувствуете даже его плюшек, так сказать, вы лучше потратьте на образование. Посетите несколько мастер-классов и научитесь правильно работать, в принципе, любым оборудованием, и потом постепенно вы подойдете к выбору какого-то своего особенного любимого аппарата, или будете, как я, работать всеми. Всем спасибо за просмотр, всем пока.